Друзья мои, всем привет, здоровья вам, счастья и удачи. Ну, сегодня мы, как видите, опять на кухне с вами. Ну и надо что-нибудь на обед приготовить. Подумал, что можно приготовить, что у нас есть. А у нас есть ребрышки свиные. Сейчас сквозняк. Сейчас я их разделаю, поджарю. Потушу и на гарнир что-нибудь сделаю. Думаю, будет вкусно. Поехали. Вот такой вот нож есть у меня. Шеф-повара. Я, конечно, не шеф-повар. Но на своей кухне, да. Только из морозилки достал, но ничего. Ну вот, ребрышки порезал. Сейчас буду обжаривать их. Морковочку, лучок почищу, порежу. И поставлю потом тушить. Так, лучок порезал полукольцами, морковку натер, чесночок почистил, приготовил. Ну и сейчас ждем, пока поджарится ребрышки у нас. Ну а пока ребрышки жарятся, это приготовил, надо подумать, что на гарнир сделать. Не знаю даже. То ли спагетти. Картошку, может, а может, гречку. Пойду посоветуюсь с женой, что она скажет. Может, что-нибудь еще придумаем. Ладно. Ну вот, после долгих совещаний, дебатов, пришли к консенсусу. То есть, решили гречку делать. Сейчас мясо посмотрю, что у нас. Надо перевернуть. Вот, уже хорошо обжаривается. Красивые такие ребрышки становятся. Ну а сейчас мы сюда луку добавлю. Ну а сейчас мы, пока там тушится, мы сейчас добавим, сделаем вам и с вами гречку поставим. А как ее делать, знаете?
А я всегда забываю. Ну, короче, одну кружку крупы гречневой, 2 стакана воды, чуть больше полчайной соли, полчайной ложки соли, и ставим на огонь. Как закипит, мы отключаем, накрываем полотенцами и оставляем где-то на полчаса. Через полчаса будет вкуснятина. Так, у меня вот есть такая кружка. Здесь гречка мы покупаем, она чистая уже. Так, вот. Высыпаем. Теперь еще чуть-чуть. Вот так. Все. Ставим. Ага, соли немножко. Чайную ложку соли. Все. Включили, накрываем крышкой. Добавим томатной пасты. Все накрываем, пускай тушится. Так, ну здесь мы так переворачиваем. Чесночок мелко покрошим. Ну и все, подождем немного. Пускай там тушится. Потом в конце немножко сделаем. Так. Ну вот у нас закипело. Делаем на самый маленький. Вообще-то вообще выключаем. Закрываем и полотенцами. Пусть немножко из плита чуть. Так вот. Накроем. Ну и все. Полчаса пускай стоит гречка. Набухает, берет себя все. А мы пока смотрим, как у нас тушится мясо. Ребрышки. Вы только посмотрите, какой цвет у них золотистый становится. Так, добавляем чесночка. Заливаем водичкой немного. И все. И оставляем тушиться до готовности. Перчику еще немножко. Так, перчику по вкусу.
Ну, еще потом соль попробуем по вкусу. И все, и пусть тушится. Друзья, помните, этот кран-то поставил, купил с горячей водой? Вот включаешь, и горячая вода прямо. Прямо аж... Можно так посильнее сделать, ему по-быстрому протекать будет и чуть похолоднее. Ну, замечательно. Здесь установил, и все вроде небольшое, горячая вода и хорошо. Но пока у нас там гречка запаривается, ребрышки тушатся, мы пока потом пойдем в телевизор посмотрим. А через 20 минут подойдем и посмотрим, что у нас как. Сейчас что-то посветлее было. Так, ну что, 20 минут прошло, а в общем, когда я гречку сделал, полчаса уже. Так что посмотрим и посмотрим, что у нас ребрышки как стушились. Так, берем пока. Будет со светом. Гречка хорошо сварилась, попробуем. Замечательно. Так, ну что у нас тут? Ну, еще немножко пусть потушится на вкус, что у нас, на соль, на вкус. Прелесть! Какая вкуснятина! Обворожительно вкусно. Так, ну пусть еще потушится. Это просто вкуснятина. Просто вкуснятина. Так, прошло какое-то время. Ну, минут 15, наверное. Сейчас посмотрим снова о ребрышки, как они у нас. Так, что тут у нас? Ну, почти готовы. Так что, так, еще раз на вкус. Друзья, бесподобно. Волшебно. Ну, еще вот салатик сделал. Натурально. Больше, ну как натурально. Но есть так помидорки, огурчики, редиска. Потом подсолил немного и добавил лимонной кислоты. Вот такой вот. Вот. И получается, ну, такой чуть кислинка и
Вкуснятина. Итак, друзья, вот наш обед. Приятного всем аппетита, кто с нами. Всего хорошего. Друзья мои, получилось объеденчески вкусно. Мы сейчас поели. Лидочка сказала: вообще вкуснятина. Сказала спасибо большое. Очень-очень вкусно. Мне приятно, конечно. Очень приятно. Так. Ну, а на десерт у нас сейчас будет... Сейчас покажу. Дыня. Небольшая, но должна быть сладенькая. Сейчас посмотрим. Ох, какая! Должно быть сладко, потому что уже сок пустила как это. Так. Так вот, с вилочками и пойдем на десерт дыньку. Приятного всем аппетита! Друзья мои, дынька попалась сладкая очень даже. Прелесть. Сидим, фильм смотрим и дынькой наслаждаемся. Так. Свет как-то падает, не очень, да? Ну ладно, так вот. Друзья мои, вам спасибо, что смотрите мои видео. Зрители канала, подписчики мои, ставьте лайк, не забывайте. Ну а кому нравится, подписывайтесь. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.